Привет, мужики! Здорово! Пенсионный возраст подняли. А вот как устроиться на работу в 64, Ром? Да хрен его знает, посмотрим! 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 Господи, вы бы еще на крышу забрались! Это всего лишь третий этаж. Вы знаете, молодой человек, я уже на первом этаже понял, что не зря памперс-то одел. Если у меня лицо вниз поползет, то это инсульт, вы не переживайте. И вот тут только всего лишь третий, за день. А я что пришел-то? Собеседование. А, да. А на кого? Нет, я помню, у меня записано. Только я пока буду бумажку искать, это полдня еще пройдет, точно. На сторожа. А, да, на сторожа. Ну, и что, берете? Вы опоздали на 3 часа. А, ну вышел-то я вовремя. Правда, забыл потом, куда я вышел. А потом вспомнил и уснул в автобусе. А потом уже... Мужчина. А, да. Да кто, берете? Где вы работали до этого? А, я до этого работал учителем в 44-й школе. Преподавал историю. Но потом начались у меня проблемы со здоровьем. И был вынужден уволиться, да. Сейчас-то все нормально? Да схерали. Гораздо хуже все стало сейчас. Просто деньги нужны. Так а почему решили работать охранником? А, ну, по профессии я уже не могу работать. Ну, во-первых, я стал ненавидеть детей. Mm-hmm. Ну, вообще их не перевариваю. Ну, я сторожем самое то. Всех выгнал. И охраняю себе в одиночестве. Но вы понимаете, что спать нельзя. За объектом надо следить. А ты понимаешь, сынок, что я в день по 40 таблеток пью? У меня от них такая бессонница, что я, наверное, в гробу, когда подохну, еще 2 года, наверное, с открытыми глазами лежать буду. А какие у вас болезни? А вам в алфавитном порядке? По степени их выявления или по степени заразности? Хорошо, я понял, что болезней у вас много, из больничных вы вылазить не будете. Как у вас обстоят дела с компьютером? На ты! Чтоб ты сдохла, железяка поганая! Весь мир поработили, эти компьютеры. Внучат не выгонишь из-за ее. На какую зарплату вы рассчитываете? А, мне много не надо, мне только на таблетки. Бабушка записала, она посчитала тут сейчас. Вот. Тут написано 60 тысяч. Ну, значит, так и есть. Ну, у нас сторожи гораздо меньше получают. Мужчина. Да, так ты берете. Вредные привычки у вас есть? Есть. Че греха таить, есть одна привычка. Я вот люблю иногда это. Сальца с лучком. Да с хлебом со свеженьким хряпнуть. Ой, потом с его, конечно, с утра и печенку, и желудок все уворачивает. Понос такой, что не остановишь. Но самое крутое, это, конечно, когда резко с кровати встанешь. Я что потом не помню, а очнусь на полу. Обязательно. И потом еще тошнит 4 дня. Ладно, мужчина. Скажу вам честно. А вот тут аккуратней. Я чувствую, у меня на ноге тромб отошел. Идет прям к сердечку по сосудам. У нас работа не такая простая, как кажется. А мне сейчас ничего простым не кажется. Я вот на днях поссать ходил. Такие 1.5 часа пыток. Не каждый вынесет, а тут таково. Это большая ответственность. Да мне ничего не страшно, я 3 дня уже подохну, может на меня все повесить. Да? Да, за 60 тысяч. Ну хорошо, вы приняты. А что, работать-то здесь? Здесь? Ты мне хоть какую-нибудь веревку кинь на лестницу, я как подниматься сюда буду. Ладно, разберемся. Понравилось видео, ставь лоботомию. Подписывайся на наш канал и не забывай нажимать колокольчик. И мужики, пишите в комментариях, что планируете доживать до пенсионного возраста. Ну если скучно, заходите в группу ВКонтакте. Ну все, мужики, пока!